Внесены изменения в закон о воинской обязанности и военной службе. Теперь выпускники профессиональных училищ, техникумов и колледжей могут вместо одного года срочной службы выбрать контрактную на 2 года. Раньше такое право было только у тех, кто имеет высшее образование. Как рассказали представители краевого военкомата, изменения в закон только вступили в силу, но уже есть 60 человек, желающих вместо срочной пройти контрактную службу. Специалисты отмечают, что сейчас служба в армии даже на начальных должностях имеет материальную привлекательность. Так, размер денежного довольствия может достигать 70 тысяч рублей в месяц. Кроме того, есть множество льгот, например, внеконкурсное поступление в высшее учебное заведение, ранний выход на пенсию и государственная ипотека. Пенсия ранняя, 20 лет отслужил, есть право уйти на пенсию, то есть достойная пенсия. Значит, сейчас все они будут участниками ипотечной системы, значит, после 6 лет службы они имеют право, могут получить квартиру, за которую будет платить государство. То есть единственная их задача – это отслужить 20 лет.